Всем привет, с вами Лёха, и сегодня я буду читать смешные ошибки. Приступим. Эта ошибка хочет, чтобы вы дали ей чипсов, иначе она съест корзин. ВТФ? Зачем ошибке нужны чипсы, если у нее нет рта? И всего? И как она съест корзин? Alt плюс F4 в помощь. Эта ошибка хочет, чтобы вы установили Super Mario Bros. На ваш компьютер, иначе будет ядерный бомбовзрыв. Окей, окей, хорошо, я сейчас, только не надо взрываться. Windows Vista желает установиться на ваш компьютер. Разрешить? Тьфу на тебя! Проклятая Виста, я тебя ненавижу, и я нажму «Нет», чтобы спастись от нее. Ваш компьютер перегружен файлами Windows 10. Очистите папку Windows, чтобы мы откатили вас до Windows Vista. Нееет. За что? Но у меня нет выбора. Вот дерьмо. Добро пожаловать в Windows Vista. Это самая мощная система во всей галактике, в скобочках нет. А самая главная фишка, на нее нельзя установить антивирус. Сук, какого хера? Я раньше любил Vista. Надеюсь, это тебя переубедит. Ты обидел меня, я обиделась на тебя. Все логично, но это не значит, что ты прощен, маленькая и жирная жопа. Эй! Я вообще-то виртуальный. Да мне насрать. Да мне насрать, что тебе насрать. Эх, придется сидеть на Висте. Microsoft Memphis хочет установиться на ваш компьютер. Разрешить? Воу-воу, я еще на Висте не насиделся, а так бы все равно не откатился, так как эта система вышла в 1999 году. А Vista в 2007, соответственно, Vista круче. Vista хочет удалить Steam. Нажми «Дай ты прощен». Ну, раз такое дело, я нажму. Скажи «Vista рулит», и тогда ты полностью прощен. Ты чё, сука, издеваешься? Но у меня нет выбора. Вот дерьмо. 1, 2, 3. Vista рулит. Поздравляю, ты прощен. Ура! Наконец-то. Macintosh Plus хочет, чтобы вы ввели команду полоса Music Plus. Я бы рад, но у меня нет такой команды. Windows Vista устала, и ей нужно выдать PSOT. Я нажму ОК. 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 Я нажму ОК.